Уникальные военные самолеты показали зрителям в Ивановском авиацентре. Там отмечали полвека со дня создания подразделений дальнего радиолокационного обнаружения. А-50У, они же неофициально летающие радары, по словам конструкторов, способны накрыть Россию антирадарным щитом. У комплексов увеличенная дальность полета и передача информации, а еще улучшенные возможности по обнаружению и сопровождению воздушных объектов. Перед вами сейчас модернизированный самолет А-50У, который ведет обработку в цифровом режиме. Этот самолет отвечает самым современным требованиям. Мы провели модернизацию трех самолетов. Мы сдадим нашей армии четвертый самолет, модернизированный. Ну и все знают о том, что наш концерн, входящий в объединенную Прибросоветную корпорацию, корпорацию Ростех, активно работает над созданием самолета нового поколения дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100,